Пубертат увидел мир. Друзья, добрый вечер. Привет всем. Вот, у нас сегодня Боно. Сегодня Полина у нас. Все, как всегда, банда в сборе. Вот, Боно сегодня решил мне сделать подарок на Новый год, сводить в Киевский коллайдер. Наземный коллайдер, где эти вот ядерные частицы, и это вот возвышаются к небу. Ну, короче, объяснишь потом или сейчас объясни. Ну, короче, это ускоритель частиц или по-другому это... Ну да. Короче, космонавтов испытывали там. Вот эта конструкция у нас за спиной находится. Мы сейчас детальнее ее покажем. Она радиоактивная в том числе. Там долго нельзя находиться. А расскажи в двух словах, Боно, что это за устройство такое? Ну, практически, как Су сказал, правда, ускорять не элементарные частицы, а просто воздух, скажем так, труба для аэродинамических испытаний разных объектов. Вот. Объекты она... даже не людей, я думаю, людей. Не, ну самолеты, конструкции. Там. Она же действующая до сих пор. Ну, по идее, да. Мы даже знаем, что там камеры внутри висят. Да, это опасно, там жесткая охрана, постараемся не попасться. А этот объект, он каким относится? Больше к военным, к стратегическим или куда? Наверное, больше к стратегическим. Наверное, к стратегически военным. Бо могут СУС нормально ипотеку ломануть. Конечно, если... да. Что я уже и так поломанный. Поломаю через колено. У меня вчера так ломанули. Да ништяк, все хорошо, мы не боимся, у нас веселая банда. Дружная. Ничего, да. Прорвемся, как говорится, не первый раз. Ну что, полетели? Погнали. Да. Попробуем все, сейчас посмотреть. С Божьей помощью окажемся внутри, а там уже будь что будет. Или с дьявольской помощью залезем. Новостройки, новые дома современные. И вот такая бульба. А я еще не видел новостроек здесь, прикинь. Прикинь, да. Спасибо вас также. А это братва моя. Вася, Петя и Петрович. Нихуя себе, какая бульба. Вау! Нормально, парень. Что это такое? Какая-то бойлерная, блядь, космическая. Бля, так пахнет вкусно, смотри. А что там? Я не знаю, я не помню, что где завать, я же не знаю. Что это? Какие-то штуки, какие-то военные стойки стоят. В нее, чтобы вы понимали, входа нет снаружи. Туда люди... Работники попадают изнутри, из создания. Сейчас будем думать, как попасть внутрь. Да, давай сюда. Блять, какая конструкция заебатая, сука. Вот это я понимаю, это центральный испытательный блок, откуда дует ветер и где происходят все научно-военные процедуры, да? Оно сюда выдувало или как? По-моему, это воздухозаборник, если не ошибаюсь. Слышишь, скажи, а эта штука с метро соединяется? Ну, как говорится, может быть. Может быть, сейчас посмотрим, кстати, интересно. А вдруг и метро выходит, интересно. Ну, чтобы понимали, высота, наверное, метров 12. Да, вот такая бульба, мы просто в металлическом стакане. Тут не чуть-чуть граффити есть, то есть это место отдыха молодежи. Короче, наркоманы нам не друзья, мы за здоровый образ жизни, а лазить мы тоже любим. Это самое главное. Мы попробуем сейчас залезть внутрь. Все, друзья, мы попали внутрь хитрым маневром. Вот у нас за спиной двери, но не будем показывать, куда они выводят. И кто их открыл. Но мы оказались внутри. Короче, здесь такая огромная конструкция. Сейчас будем вам ее показывать. Ну, это снаружи было или нет? Я вам сразу скажу, что размеры здесь, ну, вообще колоссальные. Посмотри вверх. Ну, высота тут уже метров, ну, 20 даже. Так, а куда мы попали? Это то, что мы видели снаружи или нет? Или это другая какая-то? Не-не-не, это обводной канал. Это же штука запутанная, закрученная, как рогалик. И, типа, главная наша цель — выйти в центральную часть, где главный ускоритель находится. И это вот тот квадрат большой, который мы видели с улицы. О. Вот. Ну это будем пробираться, короче говоря. Здесь все очень запутано. У меня не... Так будет с каждым, кто будет пиздеть. Ладно, друзья, здесь куча хлама, который уже не используют, по всей видимости. Веселый хлам. И вот тут мы проходим в дверки. Огромная вентиляция. Смотрите, кстати, как интересно просматривается стенка. Образуется только один кружочек по центру, в который видно, что снаружи, а по бокам уже не видно, что. А, кстати, да. Так, что оно такое? Это, типа, огромный вентиляционный канал? Типа того, воздухозабор. А где люди сами летали? Здесь? Дальше. Там, где испытательная камера. Пойдем посмотрим. Здесь размеры зала где-то 10 на 10 метров. Тут мобилка не очень уже хорошо снимает. Вот так на ширик. Ну, качество будет хуёвое.
Вот здесь вот с огромной скоростью бежал воздух. Это специальные приборы для того, чтобы управлять ветром. Вихреобразователи. Для того, чтобы специально воздух в эту лабораторию направлять под правильным углом. Да. Вот. Ну, как-то так. Люди пытаются стать птицами, но нихуя не получается. В итоге место стало заброшенным, понимаешь? Потому что в птицу люди так и не превратились в 23 веке. И вот так вот диггеры просачиваются, куда им надо. Смотри, а там огромные вентиляторы. Какие еще такие где-то штуки? Посмотрите, друзья, какие огромные вентиляторы здесь стоят. В два человеческих роста. Я думаю, что они уже лет 10 не крутились. А если не больше? Короче, смотрите, друзья, мы залазим в вентиляторы между лопастями. Еще лет 10, наверное, они крутились. А сейчас уже все. Уже не покрутятся. Так тут рядов 10 лопастей, наверное, да? То есть лопасти чередуются со спрямляющим аппаратом. Ничего себе. Что, батя, нормально? Нормально. Да подожди, подожди, ну я же сниму, как ты лезешь. Давай, нормально. Так, и это мы вышли дальше. Класс. Вот это да, вот это я понимаю масштабы. Вот это 2020 начался масштабненький. Мощненько, да? Что ты говоришь? Говорю, 2020 год диггера, будем лазить. Как подземные крысы. Да. Как что? Как подземные крысы, страшные. Страшнейшие. Смотри, это, короче, макеты, советские деревянные макеты, которые тут испытывали. То есть, машинку испытывали. Как я понимаю, макет помещали под какое-то напряжение воздушное, ага, и смотрели на его аэродинамические свойства, да, как он обкатывается, как он держит ветер. Смотри, на ней нанесены какие-то цифры, вот это точки нагрузки, наверное, да? В каждой точке находилась трубочка, она подходила к датчику, я так понял, давления, и замерялись именно показатели давления на каждую область, скажем так, объекта при испытаниях аэродинамики. Вот это оно. Там внутри можно будет увидеть кучу-кучу маленьких вот трубочек. А, действительно, вон внутри трубочки, да, которые мерили это давление. Моторы это, какие-то. Это, как это называется, фюзеляж и шасси. Я знаю, немножко с авиацией был знаком, но совсем немножко, но был знаком. Какие-то летающие тарелки вообще. О, прикинь, это летающие, ебать! Ой, извини. Это ж по-любому тут летающие тарелки испытывали, да? Да. Ебануться, елки. Замочек. Что там, братва, надо преодолеть. Ну да, шлиц сорван, а тут он вообще как будто... О, эти штуки, они не откручиваются. Они не откручиваются, это проверено. Ну что закрыто, что там? Короче, пацаны, чтобы вы понимали, здесь вот такие ворота огромные из алюминия или что. Похоже, алюминий. Дюраль. Вот, и нам надо их преодолеть, полностью закрыт проход. И здесь на замок закрыто. Слушай, что будем делать? Ну что, будем как-то сейчас эти ключи искать или что? Так, по две ключи возьму. Друзья, оказалось, что проход закрыт, но типа мы не пальцем деланы. У нас есть, у нас есть тяжелая артиллерия, поэтому сегодня... Придется прийти к небольшим деструктивным действиям. Мы перепилим болтик. Ну что, поехали? Давай. Прижимай максимально ее туда. Еще. Вот так, да, давай. Все, отпилил болт. Ух, нихуя на них ваши. Дядя, отпилил тупо болт. Можно уже пролазить. Да тут хуя становишь, конечно, блядь, я думал, она слабая, пиздец. Буду брать себе такой тоже инструмент. Нормальная тема. Сука, не после, что дурное, блядь. Хуй нас остановишь, называется. Что видно там, Андрей? Я пока не могу понять. А что там сверху? Там сверху такой же болт еще. Ага. Надо, чтобы кто-то залез и вот. Ну давай тогда, откати мне, я залезу. Откати. Ты слышишь? Смотри, девочки. Бон! Спилил. Подожди. Нахуй вы кровать, фактор. Ёп. Жестко. Пиздец, ёпки. Следствие ведут знатоки. Следствие ведут колобки. Есть. Все? Да.
Ёб его, ёб, что происходит, блядь, какой инструмент мощный. Я думала, будут искры. Нет, в том-то весь и прикол, что в отличие от болгарки, оно искр не дает. Угу. В этом-то вся и суть этой хуйни. А ночью, если что-то менять, похоже, как будто бы дырчик завозится. Да, дырчаково. Сус, перед посещением данного объекта, пожалуйста, пройдите через металлоискательную рамку. Ладно, это же все получается. Оконченный состав преступления. Все, заходим внутрь. Открыли. Ничего не сломали, просто сняли болтики. Сейчас их прикрутим. Так и было. Пацаны, чтобы не было вопросов, петли целые. Вы просто отпилили болты. День. Болты там 5 гривен стоят. Ну, то есть, блин, мы им оставим 20-ку, пускай на новые болтики. Ну, мы же не вандалы, ничего. Петли целые, вон снизу и сверху петли. Смотрите, пацаны, здесь уже макеты самолетов. И это, смотрите, это стела, которая стоит на Крещатике. Центральная стела. Это ее точная копия. Вот это ее здесь испытывали на аэродинамическую пригодность. А, чтобы она не обвалилась. Да. Тяжелый? Тяжелый. Смотри, кукурузник. Сам беленький самолетик на колесиках. Прикольно, сколько. Да. А вон макеты домов, пацаны. О, это же высотки. А где это, слышишь? Это где-то на Печерске. Пацаны, смотрите, Гулливер. Кто знает здание Гулливер? Маленький Гулливер. На Печерске. Вот это его макет. Прикольно. Вот прежде чем его построить, здесь испытывали макет. И потом уже строили здание. Класс, Бонна, спасибо. Вот это здорово. А, нихуя себе, блядь. Это мы сейчас туда попадем. Фотки со строительства этой трубы, смотрите, раз. Вот штрих испытывает самолетики. Можно посмотреть, Сережа? Можно глянуть? Посмотри. Вот эти вентиляторы, в которых мы были. Смотри, исследователи внутри трубы. Ага. Юрий Гагарин, Виктор Кличко. Смотри, трудяги, блядь, пацаны, тупо... О, это же этот вот, который в «Приключения Шурика» снимался. 100%. Смотри, вот эта летающая тарелка, которую мы видели ее пару минут назад. Ага, смотри, самолетик. Фотостенд. Короче, смотри, если кто-то придет, то придет отсюда. Ты понял сигнал, чтобы не лазили. Думаешь, это Хиркон? Видишь, оно соединено с бачком таким сереньким. Ага. Мне кажется, что это крутовая. Ого, смотри, какой, блядь, фрекенбок. Это кто? Бокань Фрекен. Бокань. Мау. Класс. Преподаватель, наверное, какой-то. Прикол. Это, наверное, какой-то знаменитый преподаватель. А это олимпийский, подожди. Не олимпийский, подожди. Это какой-то стадион в Сиднее или что-то такое. Это стадион. Это гречка. Гречка изобразили людей, да. Класс. Короче, куча макетов домов, макеты стадионов. Все это здесь испытывали перед тем, как построить. Спасибо. Прикольно вообще, офигенно, слушай, класс. Я так мечтал сюда давно попасть, реально. Так а что, это место до сих пор работает или нет? Ну, честно сказать, тяжело понять. Ну, думаю, до недавнего времени работало, но сейчас уже... Хуй пойми, что. Чисто как склад, наверное. А сейчас где могут макеты? Сейчас где же макеты? Надо использовать, испытывать где-то? Ну, в интернете. Кстати говоря. ВКонтакте можно испытывать. ВКонтакте. Или в Китае. 3D. Да не, я думаю, что ВКонтакте испытывают. Надо его отжать просто. С той стороны закрыто. Нет, с той стороны входа нет. Все, теперь просто нажимай. Опа. Там камера, короче. Аккуратно, если справа камера, надо ее закрыть чем-то. Знаешь где, да? Камера вот там в углу. Да. Есть она? Я сейчас скажу. Да. Где, нормально. Она смотрит вот сюда на лестницу, сейчас я ее закрою. Вот пацаны, камера, сейчас мы ее закроем. Надо чем-то, слышишь, замотать. Есть чем замотать? Дай какой-то, может, провод или... Ребята, подойдите сюда, дайте провод какой-то. Я не могу. Ой, меня... Короче, есть идея попроще. Может, так просто сделать? А, все повернул? Короче. Все, мы отвернули, она смотрит, короче, в сторону. Она смотрит в сторону, блядь. Надо вот это вырезать, может, это фейл. Чего? Да нормально. Так и что, слышишь, это криминал или... Скажи, Саня, криминал это или не криминал? Алло. Охуям криминал. Скажи, криминал это или не криминал, конечно, Саня? Конечно, криминал. Тюрьма всем. 10 год тюрьмы. И оружие преступления. Опа. Ой, там красивое. Смотри, тоже современные фотографии изнутри.
Нихуя, вау, советское строительство, ребята, посмотрите. Да, прикинь, как эту всю штуку делали. Смотрите, смотрите, какие, посмотри, полицейские настройки задействованы. Нихера себе. Или какой-то этот, нет, авиационный пацанчик. Смотри, может, какие вентиляторы здесь. Посмотрите, друзья. Смотрите, внизу класс, красиво. Сейчас мы попадем вот сюда, вовнутрь, где висят самолеты на веревках. Смотри, какие почтенные господа были задействованы на этом строительстве. Тебе не хухры-мухры. Тоже, блядь, почтальон Печкин. 20 лет. Нормально, слушай, красота какая-то, а? Да. Какая-то. Вот такая-то. Что ж такое? Короче, друзья, здесь находится, походу, пульт управления главный этой барокамеры. Здесь компьютеры, всякие приборы цифровые, целые пульты управления. Отсюда можно трубу запустить. Какую? Ту здоровую? Да, вентиляторы включить. Прикинь. Вот даже... бы включить бы их. Не получилось. Не выйдет, я думаю. Смотри, зажим для предателей, блядь. Выпытывать где за вас. Опа. Опа. Товарищ полицейский. Тихо. Извините, я забыл. А, нет. Блядь, мой телефон уже звонит. Какого хуя, молодой человек, у вас камера отвернута? И сигналка сработала. Я открываю лабораторию. Давай. Да, какие? Смотрите, блядь, секреты родины, секретная лаборатория закрыта просто на замочек. Батя. Блин, конечно, на завод. Ого, этот звук. Все, попадаем в святая святы. Ох, тут и запах сразу. Что, тут свет можно включить. Воня? Заходи, сейчас разберемся. Ух ты! О, это за квадратиками! Да. Главный испытательный стенд. Димон, спасибо за подарок на Рождество, да? Да, смотрите, пацаны. Спасибо, Димончик, от души. Да. Класс, вот это да. Висит, смотрите, пацаны, мы увидели, что там висит камера видеонаблюдения. Вон красным светится. Смотрит прямо на нас. Видишь, она на такой фигне. Да, вот еще одна камера. Короче, пацаны, тут висят камеры видеонаблюдения. Висят камеры видеонаблюдения. Ну и вот мы не знаем, это охрана, охранная сигнализация или это просто наблюдение за экспериментами? Как думаешь? Даю 70%, что это охранная. Думаешь, охранная? Даю 80%. Да. Ну вот мы уже в поле как бы... Смотри, вон главный квадратик. Вот, ну, короче, да. Пацаны, квадрат, который мы видели снаружи только что, вентиляционный. Это действует, вот это уже действующая лаборатория. Вот это вентиляторы все включаются и начинается испытательный процесс. Вон, а где сами люди летают? Ну здесь, здесь как бы вот эти вентиляторы нагнетают воздух в ту сторону, и здесь происходит именно... А как люди туда вентиляторы не попадают? То есть тут огромный поток воздуха в этой, да, в этом коридоре? То есть тут, наверное, даже людям нельзя находиться? Не, нельзя, только испытательным стендом. А то... люди там за пультом управления. Нравится тебе здесь или нет? Охуенно. Шикарная штука, блядь. Вот это я давно мечтал сюда попасть. Никак не знал, как сюда попасть. Узнал? Нет. Не, класс, 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 спасибо. А что думаешь, камера работает или нет? Да. А, да, я вам, кстати, покажу, друзья, что мы вышли уже прямо вот под камеру. Ну что, я вас поздравляю, мы все-таки попали. Неизвестно сейчас, чем это закончится. Возможно, камеры подключены, сейчас через 3 минуты приедет охрана. Но тем не менее, тем не менее, мы внутри, объект взят. Всех с Рождеством, всех с праздником, да. Справились. Самого так... классного. И от Димы очередной подарок нам на Рождество. Дима, спасибо большое. Да. Охуенно. Пили мамаем. На самом деле мы спилили всего 2 болтика, не обижайтесь. Мы оставим вам 20 гривен за эти 2 болтика. Чтобы вы не обижались, не обессутили. Да. Мы плохого ничего не сделали. Что скажешь, место хорошее? Да, место атмосферное, прикольное. Реально, уникальное. Что думаешь, прибежит сейчас кто-то на эти камеры или нет? Ну, праздник, все бухают, я думаю, вряд ли кто-то прибежит. Но даже если приедут менты, я думаю, мы им объясним, что мы ничего не ломали. Я думаю, они нас отпустят по-братски, как говорится. То есть ты брат, уже, ты мусором брат уже стал? Чего, брут? Не, я не брут и не брат. Пацаны, 12 вентиляторов, вот вентилятор 2 метра получается, чуть выше моего роста. Вот. Как, она нормальная? Да.
пацаны, здесь вот сразу висит камера. Камера видеонаблюдения. Ну, вы сами все видите. Сейчас через пару минут узнаем, работает она или нет. Вообще, тоннель, конечно, колоссальный. Какой-то космический вообще. Очень красивый. Что вы поняли, я еще раз повторю, мы ничего не сломали, ничего здесь не портим. Мы открыли два болтика, я думаю, не обижайтесь. Кто увидит это видео, просто зашли погуляться, посмотреть, даже руками ничего не трогаем, в принципе. Если оно вдруг рабочее еще, я не знаю, то не обижайтесь. А это что, НСК Олимпийский? А я не знаю, кстати, какой-то стадиончик. Футбольный есть. Стадион какой-то испытывает. Слышишь, Сус? Вон, мы спускаемся вниз, а здесь камера уже светится. Вон, я выключаю свет. Камера с инфракрасной подсветкой. Но мне кажется, она экспериментальная. Она просто наблюдает за ходом эксперимента. Что-то мне так кажется. Смотрите, друзья, вот этот квадрат, который мы видели снаружи, с улицы. Вон это граффити, которое мы вам показывали. И вот мы оказались внутри. Ура, все получилось. Сейчас я вам попробую, знаете что, пацаны, я вытащу камеру. Вытащу камеру, попробую снять. А, вот штучку показать. Радуется жизнь. Опа! Ага, вот ты! Сережа, ты, алло! А? Сережа, ты? Да. Что там? Нашел их? Алло, ты там? Ну да. Иди обойди с той стороны. Ты слышал их или нет? Понятно. Ты слышишь, Серёг? Нет, там немало, съебался. Съебался. Штрих там какой-то был. Ну что, идем тогда на выход аккуратно. Все, был штрих, погнали на выход. Все, идем. Идем только вместе все, идем рядом. Ни хера себе, какая у него палка, пацаны. Тихо. Тупо понял, с дубинкой. Тихо. Да, все, уже спалились. Это какой-то тихо. Тихо. Блин, Серега вообще это серьезно. Тихо. Выходим, закрывай дверь. Короче, пацаны, я вам расскажу, что происходит. Там снизу ходят охранники с рациями. И мы залезли наверх этой трубы. И нам палки не дали. Вот эта конструкция. Вот эта железная конструкция. Ну, охранники будем... не дали палки. Сейчас приедет полиция просто, да и все. Сейчас будем импровизировать, сейчас что-то придумаем. Я как-то думаю, что приедет полиция, да и все. Отпетлять. Да. Сус, что скажешь? Да ничего, мне-то что терять. Как думаешь, это опасная ситуация? Ну, да я не сказал бы. Можно не париться, да? Да. Сус, можно не париться? Вообще, я могу не париться. У меня сегодня бутылки вина есть. А давай... Так, а так не будет? А? Ну, что делать? Ну, мы вас боимся, у вас такие палки страшные. Ого, даже так? Окей. Ну вызывайте уже полицию, давайте тогда, раз вы так стелите, вызывайте полицию тогда. А что ты так разговариваешь? Молодой человек, слышишь, Валера, с палкой. Ты шо, смотри, какой интересный. Ты шо, смотри, какие интересные пассажиры. Хорошо. Да. Ну хорошо, вызывайте, мы подождем. А где полиция? Вон, внизу. Где? Внизу. Под нами? Давай, влазь, ребята. Уже не бейтесь нас, уже полиция на прием. Сейчас я поговорю с полицией, подожди. А? Сейчас поговорю с полицией, подожди. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Куда? Где лестница? Ну хорошо, сейчас спустимся. Короче, что, друзья, приехала полиция. Нас вежливо попросили спуститься, мы спускаемся в руки нашей доблестной полиции. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Сейчас объяснимся. Да, мы же ничего не украли, ничего практически не сломали. То, что у них там два болтика распалось, ну, на половинке, ничего страшного, бывает. Сила притяжения сработала. Да, как бы, ну, бракованные попались. Да. Как бы. Сейчас пообщаемся, я думаю, нас отпустят, проверят документы. Вот. Единственная опасность — это вот эти вот деды с палками. Вот. Ага. Реально какие-то разбушевавшиеся. Не знаю, что у них здесь случилось. Ага. Обиженные на жизнь какие-то чуваки. Вот, друзья, мы обошли эту конструкцию почти по кругу. И вот это квадратное отверстие, которое мы вам показывали. Вот это вентиляция. Угу. А вон там, кстати, и полиция. Квадратики. Все, вон там полиция. Короче, пришли охранники, пришли правоохранные органы. Вот сейчас мы и поставим точки над «и». Полиция это приехала или мусора. Вот сейчас у них прямо и спросим. Испокон вечный вопрос. Кто же это такие, мусора или полиция? Вот сейчас интересно мне даже. Ага. Ну такой, бля, вообще такой контраст лютый. Ржавая-ржавая штука. И новостройка зелененькая. Что? Что? Хуёвая лестница? Повисай на руках, прыгай, там можно спрыгнуть. Они так высоко. Поля на фонари, да. Прямо так? Ну, давайте один дюзу спрашиваем, я около твоей машины взял. Сейчас давайте идем. Куда я его дену? Дома поставлю? Ой, банк. Вы что, как-то залезешь, хотя там все двери были заварены. А вы проверьте дыры в своей системе безопасности. Да я ничего не должен проверять, тут забор стоит. Ну, если вы не знаете, что через забор... Меня интересует ваше выпрятание или подвал. Не, пойди, все, ну, посмотри, что. Все, что, все, что у нас было, было, все, чем... Да, если я туда пойду посмотрю, ты уедешь на отсюда на очень надолго. Хочешь что? Давай, не будем угрожать. Если я принесу то, что ты там спрятал. Ты вообще кто? Конь пойду. Ну, оно видно. Вот. Со сколько, 4? 5? 6. Документы есть? Да. Когда будет следующая оперативная группа, будет пояснення надавати. Ага. Хто захоче тікати, буде в розвитку. Все равно будуть шукати вас. Окей. Так що лучше зразу на місці. Зараз об'яснитися і розійтися. Гарно. Вентилятор як ровно по 9 метрам. Угу. Ровне прохання. Все, друзья, закончился наш влог. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Всем от души. Расскажи в двух словах, чем все завершилось. Кончилось тем, что приехала полиция, подтвержу. Я дальше во влогах буду вам говорить, где мусора, а где полиция. Сегодня приехала именно полиция. Нормально по-человечески. Еще и подписчик один из них мой. Нормально попетляли. Посидели часик, написали объяснительные. Думал, мысла не мав. И разошлись. Поехали домой. Так вот встретили Рождество. Там дед пошел пилить болгаркой, наверное, до сих пор пилит замок, чтобы пойти посмотреть, что мы там не повредили. Еще раз обращаюсь к работникам, как бы, этой всей штуки. Не обижайтесь, мы хотели пофотографировать. Ничего не сломали вам. Два болтика выкрутили, ну простите. Не обессудьте за те болтики. Всем хорошего, всех с Рождеством, всех новогодними праздниками, добра, мира и любви всем. Нормально погуляли, сняли влог хороший. Все, Бонус, спасибо тебе, за то, что, за то, что помог нам попасть, да, в такое место классное. Нормально полазить, да, дальше двигаться. Подписывайтесь, да, тоже на Бонус, ссылка на него будет снизу. Да. Бонус тоже лазит с нами и гуляет с нами. Наш коллега, по несчастью, как говорится. Нормально, нормально. Все, всем от души, ребята. Подписывайся на канал, а то зарежу. Thank you.